Проверь, насколько сильно ты боишься пауков. Представь, приехал ты на пляж и хочешь прогуляться по песочку. Как вдруг видишь такие торчащие веточки и думаешь, что же это? А это паучище, который зарывается в песок и ждет, когда мимо пройдет еда. Уж лучше пойти в воду или нет? Пауки нас поджидают даже в воде. И не какие-то там совсем маленькие, а вот такие гиганты, которые так и ждут, как ухватить за ногу того, кто пришел поплавать. А вот жить в Австралии — это когда с тобой живет вот такая кучка соседей. Да еще и в каждом углу. Уверена, многим стало не по себе, ведь страшно дома увидеть одного паучка, а тут столько. И кстати, чтобы ловить таких гостей, отлично подойдет котик. Он-то их совсем не боится. Но не все пауки большие, есть и такие малыши в несколько миллиметров, которых ты даже не заметишь, если они будут сидеть прямо на тебе. Найди всех животных и напиши, сколько баллов ты набрал. И начнем с простого. На первом уровне на дереве уснула птица, которая обычно охотится ночью, а днем крепко спит. Уверена, все справились и получаем первый балл. Уровень 2. И среди опавшей листвы затаилось опасное существо. Многие виды этого животного ядовиты, поэтому если встречаешь его в жизни, лучше держаться подальше. А сейчас получай балл и двигаемся дальше. На третьем уровне нам нужно найти подводного обитателя, который еще совсем маленький. И поэтому от хищников ему приходится прятаться среди вот таких цветных кораллов. Но мы-то его там точно найдем. И на последнем, четвертом уровне чудеса маскировки показывает маленькое насекомое, которое невероятно круто сливается с корой дерева. И если ты его нашел, получай четвертый балл. И напиши в комментариях, сколько баллов ты набрал.